Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, если видео понравится, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а я начинаю! Стала известна причина, почему же распался брачный союз Лидии Федосеевой-Шукшиной и известного продюсера Барри Алибасова. Все, как обычно, банально. Актриса не так давно решила расторгнуть брак с Барри Алибасовым. Лидия Николаевна обратилась с иском в Пресненский суд Москвы, отметив, что больше не хочет иметь ничего общего со скандальным продюсером. По словам адвоката Федосеевой Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник, актрису обидело то, что в многочисленных интервью Алибасов заявлял о желании развестись. Напомню, актриса и шоумен не живут вместе с момента его госпитализации в психиатрическую клинику. Летом он неожиданно перестал выходить на связь, а потом выяснилось, что Алибасов серьезно заболел на фоне злоупотребления алкоголем. Она опечалена. Для нее это очень сложное решение, заявила адвокат актрисы. Масло в огонь также подлил и сам Барри Каримович, который на минувшей неделе не раз публиковал фото и видео, на которых предстает вместе со своей молодой массажисткой. Вызывающее и провокационное поведение окружения Барри Каримовича, а также недопустимая риторика в отношении фамилии Шукшиных и дочери Ольги, делают невозможным сохранение брака. Особое недоумение вызывает так называемая помощница Барри Каримовича, которая, как следует из ее утверждений, проживает с ним и готова стать матерью его ребенка, подчеркнул адвокат звезды. Совместных детей Алибасов и Лидия Николаевна не имеет, поэтому развод не должен ничего осложнить. Поскольку ответчик уклоняется от общения с истцом, делом о расторжении брака занимается именно суд, а не ЗАГС. Недопустимое неуважительное поведение делает невозможным не только сохранение семьи, но даже и сохранение нормальных человеческих отношений, к сожалению, добавил адвокат Шукшиной. Ранее на развод подавал и сам Барри Алибасов, но после трогательной встречи с женой на телевидении он передумал. Однако окружение продюсера регулярно настраивает его против супруги. Сам Барри негативно относится к тому, что его жена живет с дочерью Ольгой. Алибасов считает, что наследница хочет отнять у актрисы жилье. Уважаемые пользователи, а на чьей стороне вы в данном конфликте? Поделитесь своим мнением в комментариях.